Итак, я зашла в Starbucks, чтобы выпить свою чашечку кофе ежедневно. И вот тут стоит такая вот коробка красивая. И что здесь написано? Это приготовление к Крисмасу, к Рождеству. Это... Thank you. Это вот это вот Harvest Foundation. Здесь собирается еда для бедных детей. И вот люди приносят сюда сумки с едой, с конфетами, с игрушками. И вот это все заполняется и будет роздано детям на Крисмас. Я поражаюсь всегда, я всегда поражаюсь, насколько отзывчивые здесь люди. И вот, вот эти сборы, вот эти фаундейшены, вот эти вот для бедных, для бездомных, как много жертвуется денег. Ладно, вот моя чашечка кофе, пошла пить кофе, пока.